И так, я очень веселый, хотя прошло буквально 2 секунды, я веселый, потому что... потому что я включил старую сейву, и я не сохранился, но всем насрать, что я не сохранился. Комбо все те же самые, чё я парился в прошлый раз, когда начинал... Ну, я не знаю, зачем я это делал. Ну, она говорит то, что она видит, что мама сражается там с монстрами. И если он не откроет глаза, то он ничего не увидит. Какой ты пафосный чувак. Может, ты снимешь свой гейский шарфик? Потрясающе. Давайте уже босса. И начнем. Не, ну не так быстро. Пошел нахер, говнюк, отсюда. Вали. Заряжаем. Я ж с него броню снял. Вау, как здесь все просто, даже ударить не могут. Платина, смотрите, сейчас будет. Не будет? Не? Подождите, надо посмотреть кое-что. Удары, например. А, техники. Оу, надо еще переставить оружие, точно. Хотя я эти дурги не юзаю. И не юзал, потому что они медленные, и в отличие от... в отличие от катаны, они бесполезны абсолютно. Все те же комбо, смотрите, то есть Y, Y, B, 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 Y, 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 ну, бла-бла, ну, все понятно. Y, 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 и так далее. Комбо все те же самые, ничем не отличается комбо. Я, в принципе, только катаны дерусь, у нее хороший димаг и... Ну, блин, она крутая. И дрался, и дерусь, и буду драться. Так что, если вы хотите увидеть дургу, то... Муа-муа-муа, ребята, извините, но не сейчас, никогда. И специальные техники, специальные удары. Вспомнил. Брейкданс, который есть, Air-Dutch, который есть, который был в прошлой сейве. А еще Umbral Portal Kick и Crow Within. И еще до хрена здоровья и увеличенный, по-моему, урон. Ну, а сейчас будет босс, так что вы не надейтесь особо на махач. О, романтик! Но я не ретарьян! Муа-муа-муа, извини, Лука, лети! Тут надо какую-нибудь... Тут надо какую-нибудь музыку из, из веселых мелодий вставить. Как на него эти очки вообще налезли? What the hell is that thing?
way too dangerous. Нет, котика верните! Нет, котяра! Это самый классный персонаж в этой игре. Хватит байонета гоняться от тентаклей, просто предайся не наслаждению, но расслабься и прими это как есть. Ну я же говорил. А теперь еще придется принимать на себя немножко асфальта. Нормально, ей бы на бетономешалке работать. Well, Kitty, what do you think we should do? He's hurt you, has he? Она спрашивает, ну, котенок, что мы должны сделать? Он тебя ударил? О, да, мы будем расчленять все головы, ребята. И я помню, что эта битва какая-то супер крутая. Джустичия! Справедливость! Это Павел Астахов, воплоти. В своем настоящем виде, в реальности. Зачем ты котеночка кинула? А, что это было? Что это было? Ты чё такой псих-то? И чё мне делать? Я нажал YB. Вы чё ж... Просто так сдох, просто... Вот полное ХП было. Не нажал две кнопочки, сдох. Да. Я заново начну. Чё, я дебил, что ли? На первом же QuickTime-эд сдохнуть. То не всегда YB срабатывает. Неудобные скользящие кнопки. Пока. Ну вот, что это? Как я на это успел бы реагировать? И на это как бы я успел среди, ну ладно, неважно. Пока, ребят. Извини, но я должен красиво закончить эту битву. Тебе не повезло сегодня. Нет, брось Каку. Черт. Так, это мы с вами уже видели. Это мы с вами видели. Хватит. Это что за херня? Что это было? Новые атаки? Маленький уродец. Омен проклятый. Так, я приготовился нажимать.
Какого черта я ему не... А-а-а, все понятно. Я думаю, что надо делать? Что-то я туплю-то так. Мамочки. Мамочки, убери свой поганый язык. Выдери, выдерни себе соплю и встань вместо уха. Ау. Давай, Байонетта, жги. Ногти стричь надо, ну, иногда. Байонетта, иногда. Иногда, а то будут называть тебя Фредди. Это не весело. О. Я кнопку сразу держал на кнопках руки. Ну ладно. Я не знаю, я не вижу, что происходит. О, мать твою. Убери свой камень с моего самолета, козел. Байонетта, хватит свою задницу тебе показывать. Она, конечно, очень симпатичная, но... Но мы как бы и без этого понимаем то, что нам нужно бежать и все такое. Я на это, если честно, не успевал среагировать, ну ладно. А вот на это я успевал среагировать, так что иди-ка ты нахер, щупальца поганые. Вау, смотри, как все просто, меня даже не убивает никто. Вау. Хотя я в первый раз, когда я проходил эту миссию, я спокойно здесь одолевал врага. Вообще-то здесь надо все время так было делать. Но я отжигал. Я ничего не вижу. Ничего не понимаю. Это последнее? А, он приехал. Козел малолетний. Убери свои поганые руки от меня! Только через суд! Ты получишь возможность меня бить, тварь поганая! Что ты? Да. Вот! Я нажимал! Я серьезно, я нажимал! Вы, может, даже видели, что я нажимал? Ну ладно, может, не видели, конечно. А как вы могли видеть? Вы же меня дома не находитесь, что это я? Хватит! Хватит! Не хочу больше бетон бить. Просто было далеко не очевидно то, что сейчас вторая полетит. О, да, детка. Да, этот босс мне нравится, потому что он был интуитивно понятный и не такой дебильный, как второй. С которым непонятно было, что делать. Меня сейчас ударили или нет? Я что-то так и не понял. А, ну сейчас ударили, да. Пока. Все, босса нет. Смотрите, как просто. Даже никакого предмета не заюзал. И сейчас еще 6 голов, я вас обманул.
Вот сейчас было бы просто настолько тупо, если бы я не успел его перехватить. Отлично. Шарик из анусов остался. Люмин Сейдж, бла-бла-бла, который следят за миром, он объясняет, кто такие. И он снова говорит о возрождении Создателя. One of them is an adult, so they should be okay. Чё, камень? По-любому каменная награда снова. Смотрите. Вау, серебро! Хотя я в прошлый раз, по-моему, тоже серебро, по-моему, получил. Нет, смотрите-ка, я обновил свой рекорд, который в прошлый раз был. Вау! Как сложно! Вообще капец. И мне даже дают выбить Энджела так, но если бы я проходил с самого начала бы игру, то, скорее всего, я бы не вспомнил различные возможности, типа... Ни хрен прицелишься! Окей. Здесь мне все равно не везет. Насрать. И колец просто до жопы. Хоть иди выкупай все, что можно в магазине.